новый, у нас волна. А можешь мне показать свой чайный набор? Смотрите, предлагается. Сколько всего? Дети ели ягоды. Аврора, вкусно? Как видите, у меня макияж и маникюр. Мы вышли за соком и комбучей. Аврора вырубилась по дороге, поэтому я буду с ней сидеть на улице. Такая вот у меня суббота. А завтра уже приедут мои родители. Мой любимый деловой муж. Буду сидеть с Авророй. Может, и не буду сидеть с Авророй. Аврор! Привет! Мы приехали в отель, где останавливаются мои родители. Are you excited? Me? Or she? Or us? Так рада. Заходим. Мы на завтраке, она написала. Выходим. Идем на завтрак встречать родителей. Окей. Мы хотим их испугать, они вроде в лифте. Если они не в лифте, это очень странно выглядит, что мы стоим. Аврора, покажи, что бабушка тебе сделала. Ой, ты моя красавица, ну ты. А где моя девочка? У тебя хвостик. Девчонка моя. Елизавета переоделась в имкло. Мама передала посылку мне. Угу. Аврора Аркадьевна очень счастлива. Мы сейчас все пойдем гулять. Так хорошо, когда приезжают родные. Может, сходим на свидание вдвоем? Может, сходим на свидание вдвоем? Класс. Мы сейчас находимся где, Аркадий? Кафедральный собор грузинский, посвящен Святой Троице. Голодная, постоянно. Короче говоря, ребята, день проходит замечательно, хорошо, мы много разговариваем, гуляем. И мы решили завтра переехать на день в отель к родителям, потому что еще приедет моя тетя из Греции. Поэтому да, сейчас мы ждем Аркадия и поедем. Домой сейчас поедем. Очень устали. Перед тем, как я проведу рум-тум по нашей комнате, в которую мы заехали, я очень хочу показать вам небольшой холл. Ко мне приехали обновки из Петербурга. Спасибо, мама, что привезла их. От бренда Aimclo. И я влюбилась. На мне сейчас футболка, которую можно заправить. Просто великолепная база. Она из плотной ткани. Я очень люблю, когда ткань плотная. Посмотрите. Прекрасно. Также посмотрите на мои брюки. Это просто что-то с чем-то. Брюки Aimclo — это отдельный вид искусства. И это уже вторая пара, которой я владею. И, надеюсь, не последняя. Еще я взяла себе пиджак на размер больше, потому что мне очень нравится оверсайз. Это medium. Посмотрите. Был casual outfit, а тут взяла она, надела пиджак, и все. Вечерний ресторан. Бизнес, встреча. А если мы наденем еще украшения?
Боже, может, я так сегодня пойду гулять. Посмотрите на нее. Вот это. Затем берем сумку. Я просто в шоке. Это прям как с моей доски Pinterest. Все, что я люблю. Все, что я люблю. Брюки, пиджаки. Затем рубашка. Она очень легкая. Как раз на лето и на весну. Кардиган моего любимого цвета. Он такой мягкий вообще. И последнее на сегодня. Свитер, который я называю, знаете, как getaway sweater. Что означает, ты поехал на берег океана, где-нибудь на юге Франции, и гуляешь со своей второй половинкой на закате. И ветер как бы дует в твою сторону, и ты идешь. И смеешься, и разговариваешь, на тебе свитерок, чтобы тебя не продуло, потому что прохладно, уже вечер. Так вот, это тот самый свитер. Если вдруг тебе стало слишком тепло, можно снять и можно накинуть его вот так слегка. И у меня для вас есть промокод Морозова, который дает скидку 15% на весь ассортимент Aimclo. Пользуйтесь. Спасибо, Aimclo. У нас 6 утра. Скажите привет Эдуарду. Это мой прыщик на лбу. Я назвала свой прыщик. Никогда ты не делала, что за... Я делала, просто про себя. Прыщ Эдуард. Что? Я переоделась. Мне папуля подарил на 8 марта рубашку. Ой, рубашку. Пижаму. Аврора Аркадьевна, как дела? Все окей. У нас завтрак тут. Мама еще привезла расчесочку для Авроры. Посмотрите на эту милоту. Аврорушка. Вот ты мой шляпки. Утром у нее было другое личико. Хочешь сама? На. А еще тебе подарили зайку. Аврора. Мистер Зайка. Надо придумать ему тоже имя. Первого зайку у нас зовут Чарльз, потому что у него фамилия Буковский. А для тех, кто знает, поймет. Время 8:37. Она помедитировала. И она готова выходить в свет. Сейчас пойду в душ. И мы будем постепенно собираться, чтобы выезжать в отель. Я сейчас собираюсь в отель. Так мне нравится, когда красиво выглядит этот уход за кожей. Style of the day. У нас такое все эстетичное сегодня. Приехали, сейчас я увижу свою тетю. Да. Ну, можно здесь где-нибудь. Аутфит. Нам просто где удобно будет вытащить чемодан и колядку. Да, мы сейчас идем, Аркадий. Мы идем в свой номер. Где мы будем жить. Собрали. Оставились с родственниками. Все. Вставляй. С радостью. Ты не вставил. Я не вставил. До конца вставь. Посильнее, Туркачи. Ну, начнем. Вот. Комната номер 1. У нас 2 комнаты. Дверь. Заходим. Комната номер 2. Oh, yeah. И у нас есть своя терраса. Ну, балкон, не терраса. И, собственно, ванная. Ну, душевая. Такие вот дела. Наш дом на одну ночь. Ну, пока у нас есть 5 минут, мы можем полежать. Так, отсюда. А, вот, не, я хочу вот так вот. Yes. Готов? Да. Раз, два, три. Да. Да. В постели одни с тобой. Боже. Как круто вдвоем лежать.
Я так замучилась. Мы сегодня встали уже в 6 утра, и мы очень много гуляли, и это было так классно. А еще жарко, кстати, уже начинает быть достаточно тепло и печет солнышко. Очень много эмоций, но хочется, знаете, это приятная усталость. Это не усталость, которой жалуешься, а просто усталость такая. Хочется прилечь и насладиться уже без движений. Еще я заказала подарок Аркадию и себе с одного сайта, и он пришел сегодня, но у меня не получается его забрать. Поэтому завтра вам его покажу. Я ему заказала кроссовки новые, я ему заказала. Мне очень нравятся лосины. Такие всякие штукенцы. Напоминают мне про мое хореографическое прошлое. Недолгое, недолгое. Она добралась до мини-бара. Знаете, что у нее сегодня вечером... Да, у нее сегодня вечером будет массаж, Аврора. Правильно, радуйся. 8 вечера. Я тебя жду. Купаемся. Баночку мы не взяли, забыли. Купаемся в раковине, да? Аврора! Привет! Я сейчас пыталась долгое время уложить Аврору на новое место, и ей тяжело очень было все-таки уснуть, поэтому Аркаша взял ее на ручки. Вот. И они сейчас в соседней комнате. Я вижу их через стеклянную дверь, пытаются уложиться. И совсем скоро у этой мадам будет массаж. Я заказала свой любимый салат с киноа, авокадо, морковкой, курицей, листочками, шпинатом. Из места под названием... Да. Для тех, кто интересуется. Плюсы все-таки ранних подъемов – это наполненность дня. То есть один день кажется как неделя. Вот, ну, это еще и ребенок, конечно. Кажется, что столько всего случается. Но это лично мое восприятие. Каждый день очень долгий, очень. Но в то же время и время очень быстро летит. Потому что все так наполнено. И работа, и ребенок, ранние подъемы, и то, и другое, и третье. Еще за собой следить. Такие вот дела. Ладно, приятного аппетита, Лиза. И всего вам хорошего. У меня только что закончился массаж. Это было очень нужно моему телу и мозгу. Я сходила в душ. Сейчас пойду наверх к тете, маме, папе, Аркаше. Оставим Аврору на радио няне и посидим, проведем время вместе. Поэтому увидимся с вами уже завтра. О, доброе утро. Аврора? Say hi! Аврорка спала на полу. Сейчас утро, как вы уже поняли. Я спала херово. У меня завтрак с видом, кофе и моя каша. Я человек рутина. Я вообще не могу без рутины, мне очень тяжко становится на душе. Я взяла с собой свою кашу, мы купили голубики, ореховую пасту, все как надо. И свой дрип кофе я тоже взяла в отель. Мне вообще такие кошмары снились всю ночь, мне так тревожно было, я не ожидала. Я пришла в номер, меня прям колбасило. Плюс Аврора внизу спала, я боялась все время, что она... Сейчас засыпает. Я боялась все время, что она там... Ну, что-то с ней случится, короче. Она спала прямо возле меня внизу. Мне мерещились всякие штуки. Блин, ужас просто. Я поняла, почему это случилось, короче. Любой переезд — это стресс для тела, даже если такой маленький в отель. Ну, нужна адаптация, плюс человек, который мало спит. Весь день общался, куча эмоций, плюс я работаю, общаюсь, там делаю штуки для Ютуба и своих соцсетей. Oh my god. Короче, мозг немного прифигел, что так много всего. It's life. Я знаю всю себя, я знаю, что такое было возможно. Поэтому я такой человек, который, типа, не очень любит спонтанность и очень любит рутину, потому что я такая, я очень быстро выхожу из строя, если нет моей рутины, любимой. Спокойствие моего. У нас небольшая фотосессия сейчас с Авророй. Ей прислали халат. Тенебу, спасибо. Человечек наш, шляпки. У тебя свой халатик теперь есть. Я сходила на завтрак, сейчас мне нужно накраситься, успеть снять до выселения. Из этого номера мы переезжаем в другой номер, я решила еще на ночь остаться, чтобы с тетей провести время, потому что хрен знаешь, когда в следующий раз увидишься вообще. Поэтому да.
И мне надо снять интеграцию, я уже сказала это, я не знаю. Я всегда очень запариваюсь насчет, на самом деле, насчет интеграции, чтобы они были интересными. И... Так что надо замазывать некоторых друзей и готовиться. Начнем мы с чистки зубов. Я недавно вот задавала себе вопрос, недавно, вчера. Вчера лежала ночью, сегодня ночью. Нет, стоп, вчера во время массажа. Я думала... Смотрите, какой у меня косметичек. Прикольно. Это описывает мой мозг сейчас. Я вообще не могу сконцентрироваться на одной мысли. Да-да. Я. Короче говоря, я тут занята. Массаж мой взял. Я, короче, знаешь, как боец... который сейчас выйдет на ринг, да. И ты такой, да, ты можешь все. Давай. Очередные съемки. Капу. Бой. Я вот думала над вопросом, как выглядела бы моя идеальная работа. Вот, то есть представь, Лиза, что вот на данный момент у тебя вообще все так, как ты хочешь, что бы ты хотел, вот что ты хочешь, чего тебе не хватает. И я прям вырисовывала картинку себе в голове, как бы я хотела, чтобы моя жизнь... выглядело, то есть вообще без лимитов. И многое из этого складывалось в фэшн-сегмент, то есть мне безумно нравится стиль и мода. Я обожаю это, меня заряжает больше всего, когда у меня есть интеграция и сотрудничество, связанное с модой. Это меня так окрыляет, я могу не спать, думать там, где сфоткать, что сфоткать, как одеть, ла-ла-ла. И это дается мне легче всего, то есть и приносит больше всего радости. Да, поэтому я хочу все-таки больше уходить в эту сферу. Да. Эстетика, фэшн. Обожаю. Я, конечно, люблю и лайф, и разговор по душам, но мне хочется баланс. Мне кажется, сейчас больше лайфа, чем то, что меня заряжает. Прям очень сильно. Меня и это заряжает, но мне не хватает вот балансика. Окей? Что бы вам еще рассказать, пока я крашусь? Я могу рассказать про свою тетю. Про Грецию, в принципе, мне кажется, я особо не углублялась в этот вопрос. Ну, что тут рассказывать, не знаю. Короче, я раньше, до пандемии, каждое лето проводила, за исключением одного, мне кажется, с рождения, проводила в Греции на острове. Потому что моя тетя живет там. У меня там есть двоюродная сестра и брат. И она замужем за греком. Никусом. И да, я очень люблю свою греческую семью и бабушку Виолетту, и вообще всех. И Грецию. Особенно остров, потому что он не туристический, он такой родной. И это мое место силы. Я безумно скучаю и очень надеюсь, что в ближайшие годы я смогу туда приехать, к тете Лене. В детстве мы чуть-чуть разговаривали на греческом и понимали много. Сейчас я уже вообще плохо, конечно, помню что-то. Но иногда, знаете, у меня был период, когда я в Питере еще включала мультики на греческом. Просто чтобы мой слух слышал этот язык, потому что эндорфины прям вырабатывались. Мне так счастливо становилось на душе, в детстве вспоминалось. Ну все, я накрасилась, у меня супер простой макияж, я супер натурал делаю всегда. Хочу сказать, что я влюбилась. Это лучший крем, который когда-либо у меня был. От Hailey Bieber, вот это ее линейка, Rode. Это что-то с чем-то. Пожалуйста, если кто-то знает, где в России можно купить их, напишите в комментариях, прошу вас. Это что-то с чем-то. Кстати, на помаду у меня аллергия пошла. Ну, я, в принципе, аллергик, я не удивлена. Но вот на крем. Даже для любой кожи, мне кажется, он подойдет. У меня проблемы на коже, мне нельзя, типа, слишком шишно, слишком так-так-так-так, чтобы было все типа, такое, спокойное. И он подходит. Она переехала в новый номер. А еще она переоделась. Сегодня будет 20 градусов, поэтому, скорее всего, пиджак будет снят. У меня здесь комбуча. Со вкусом граната. Я пытаюсь успокоить мозг и дать ему понять, что я сейчас одна в комнате отеля. То есть я работаю, я сейчас снимала интеграцию минут 30. Да, вы, кстати, смотрите 2 минуты, но на съемке интеграция уходит иногда достаточно много времени. Но я хочу насладиться моментом. Выйти на балкон с вами. Я просто... Я опять переоделась. Я решила, что все-таки мне хочется что-то более летнее сегодня, такое свободное. Так что я надела очень легкую рубашку и льняные свои штаны пижамные. Ну, не пижамные, я их считаю вообще универсальными. Это бренд My Nude Nymph, а это Imco. Еще на днях у меня придет новая обувь. Я заказала себе подарок вместе с Аркашиным подарком. Поэтому вы увидите что-то, кроме New Balance. Хотя, если честно, мне они до сих пор не надоели. Это лучшее вложение было. Она готова спустя час. Да. Я почему-то чувствую себя как в Париже. Не знаю.
Нам еще ждать 20 минут. Это не алкогольный напиток, но выглядит очень даже алкогольно. Пытаюсь обмануть свое сознание. Всем привет! У нас сегодня последний день в отеле на данный момент. Мы сюда еще вернемся на мамин день рождения на ночь, через пару дней. Да, я сейчас одна с Авророй. Аркаша работает, родители пошли посмотреть что-то в центре. А я здесь. А я с вами. Все хорошо. Ничего. Утром у меня был психотерапевт. Я не пропускаю я сессии, я прям каждую среду, как по расписанию, как обязательство, прихожу, потому что я хочу. Мне очень нравится работа, конечно, с собой, я так хорошо себя чувствую во многих планах, и легче дышится. Выпьем за ментальное здоровье. Мы приехали домой, и сейчас мы уже будем укладываться, и все очень сильно устали. Доброе утро! Я сделала Аркаше небольшие снеки, кофе, печенька и банан, потому что он на балконе укладывает нашего монстра. Жена года. Да, пойду отнесу ему. Аркаш! На! Пожалуйста. У меня здесь кофе, я уже съела немного каши. И мне нужно сейчас помедитировать и удариться в работу. Сегодня утром придет бабушка-дедушка к нам домой. И они посидят с Авророй, пока я с Аркадием впервые за 1000 лет сходим вдвоем на завтрак будет, и в бассейн искупаться. Последние дни мне очень тяжело медитировать, потому что у меня столько эмоций, знаете, и мозг барабанит, и тяжело просто сидеть на месте, хочется столько всего делать. Но как раз нужно медитировать, чтобы не сгореть, потому что бывает потом социальное похмелье и так далее, если ты не будешь уравновешивать это все, потом будет плохо. Да, Елизавета, да. Те, кто смотрит меня долгое время, знают, что я раньше принимала постоянно коллаген, и последний раз я его принимала, наверное, в последние месяцы беременности. Я добавляла его в кофе, либо просто пила в стакане, как сейчас. У меня раньше были проблемы с коленями, и вот это была первоначальная моя цель, это чтобы колени были получше, поддержать их как-то. Но также я заметила очень-очень большой эффект на свои волосы и состояние ногтей и кожи. У меня заняло более месяца, чтобы увидеть результат. То есть это не увидишь сразу же за ночь результат, естественно. Нужно пропивать хотя бы месяц курс и смотреть. Вообще, ребят, к 25 годам коллаген в нашем теле, уровень коллагена начинает постепенно снижаться. И к 30 так уже конкретно снижается. И как раз иногда это уже становится заметно. В плане появляются морщины, кожа менее эластична. Почему вообще снижается уровень коллагена? Во-первых, солнце. Если вы не пользуетесь SPF, солнце очень влияет на это. И просто с возрастом, естественным путем, он снижается. Вредные привычки, такие как курение, тоже снижают его уровень. Стресс, генетика и другие факторы. Коллаген — это белок, присутствующий в большинстве тканей нашего организма. Этот белок определенным образом скрепляет клетки тканей, обеспечивая прочность костей, суставов, волос, ногтей и, собственно, кожи. Поэтому с возрастом стоит задуматься о том, чтобы восполнять уровень коллагена при помощи добавок. Коллаген VitaCom создан из натурального качественного сырья. За основу взят натуральный говяжий гидролизированный коллаген. Сертификат государственной регистрации тоже присутствует. Баночка, которая у меня, она очень компактная, что удобно. И она рассчитана на 1 месяц. У VitaCom очень доступная цена, всего 590 рублей. И заказать его можно очень удобно на Wildberries. И что очень важно, это то, что здесь в составе присутствует витамин С и гиалуроновая кислота. Они помогают организму лучше усваивать пептиды коллагена. У меня еще волосы очень сильно выпадали во время кормления грудью в начале. И я знаю, что вот эта штука как раз поможет сделать их более плотными, знаете, вновь вернуть объем. Так что переходите, ссылка будет в описании. Спасибо, VitaCom. Мы вдвоем. Впервые за 10 месяцев. Да.
Мы едем в бассейн. Не в зал. Да? Шестой этаж. Смотрите, сколько тут. Сейчас у нас будет завтрак, и я буду заканчивать влог. Мы поедем к Авроре. Продолжим наш день.